С давних времен на Руси без песни не обходился ни один праздник, ни одно народное гуляние, ни одно событие и ни один обряд. Русская народная песня, слова и музыка, которые складывались исторически в ходе развития русской культуры, в большинстве своем не имела определенного автора. Песни литературного происхождения стали появляться лишь к XVIII веку, но все они и всегда несли смысловую нагрузку. В песнях русского народа поется обо всем – о быте, о чувствах и о жизни людей. Они сопровождали в работе, в отдыхе, в быту. И песня «Блины-блиночки» – отличное тому подтверждение. Особенность народных песен в том, что они не строятся на абстрактном сюжете. В них находят отражение реальные события из прошлого, уклад жизни, обычаи и традиции. Даже если это не былицы или сказки в песнях, они все равно ограничены реальностью, как минимум реальными чувствами и действиями. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Если не вдаваться глубоко в изучение народной песни, то ее можно разделить на историческую. Это былины, эпические напевы, баллады, небылицы, историко-героические песни и песни-сказки. Обрядовую, включающую как общепринятые обряды, так и семейно-родовые. Лирическую, к которой относятся традиционные песни о чувствах. И шуточно-сатирическую, это в том числе и частушки. Также русская народная песня делится по тематическим направлениям. Например, трудовые, такие как бурлацкие, ямщицкие или солдатские, или удалые, которые включают разбойничьи, ссылочные, тюремные, как их сейчас называют, блатные. Но в каком бы ключе ни рассматривалась русская народная песня, ее главные особенности – это народный стих и часто используемые повторы, сравнения, эпитеты и уменьшительно-ласкательные формы. Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушке. Почему же народная песня так выигрышно отличается от любой другой, даже самой душевной и мелодичной? Главное – это душа и искренность, без капли притворства. Ведь каждый исполнитель изначально пел о себе, выражая в мелодии свои чувства и вкладывая всю душу. Только такая песня трогала чужие души, передавалась из уст в уста, из поколения в поколение и становилась по-настоящему народной. Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Наша старая.